До сих пор весь мир продолжает спорить по поводу ситуации с певицей Бейонсе. Напомним, 22 января в честь инаугурации президента США Барака Обамы в Вашингтоне прошел торжественный парад, на котором миссис Ноулс Картер исполнила гимн страны. И тут же все таблоиды мира запестрили заголовками о том, что певица пела под фанеру. С каждым днем скандал обрастал все большими и большими подробностями. Однако никаких комментариев от исполнительницы нет до сих пор. Телеканал Hit TV, конечно, не мог остаться в стороне и провел свое расследование. Мимо нашего зоркого ока и музыкального слуха ни одна нота не ускользнула. Мы разобрали запись выступления досконально. Так, например, когда только певица начинает петь, ее едва слышно. Причина тому — низкий уровень сигнала с ее микрофона. Через несколько мгновений звукорежиссер все исправил, добавив громкость вокала, что невозможно было бы сделать, если бы голос был заранее записан на фонограмму. Также в момент, когда она наклоняет голову чуть ближе к микрофону, звук становится вдруг более басистым. Примерно в середине номера Бейонсе вытаскивает так называемый ушной монитор. Многие артисты делают подобное, когда они плохо слышат свой собственный голос через наушник. Также в какой-то момент певица слегка улыбается, и эту улыбку можно услышать в голосе. И действительно, если прислушаться, то можно заметить, что во время исполнения гимна параллельно звучит еще один голос. Причины этому могут быть две. Либо с некоторыми с задержкой в эфир попадал ее голос из мониторов, либо звукорежиссер что-то напутал и включил не ту запись. Как правило, перед инаугурацией на случай форс-мажора в студии записывается не только фонограмма аккомпанемента, но и аккомпанемент с вокальной партией. Как бы то ни было, певица Бейонсе на церемонии вступления в должность Барака Обамы пела сама. А мы посылаем наш хит-тивишный дисреспект всем тем, кто не может отличить профессионализм от записанного звука.